О ситуации в Крыму говорим далее. Денис Чистиков, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Денис, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, какая ситуация в Крыму сейчас? Что вам известно? Наблюдается ли паника у российских оккупантов в связи с неминуемым контрнаступлением вооруженных сил Украины? Если такая паника есть, то как она проявляется? Ну, паника и паническое настроение есть и среди оккупационной администрации, и среди коллаборантов, и граждан Российской Федерации, которые прибыли в Крым для выполнения разных работ. Но тут следует отметить, что они сейчас стараются создать условия, которые снять эти панические настроения, то есть они планируют и рассказывают о своих планах на будущее. Также активно создают видимость мирной ситуации в ближайшем регионе, это Херсонской области. То есть и также активно привлекаются до мероприятий в Херсонской области, открываются и транспортные маршруты, а также проводятся разные мероприятия с привлечением жителей временно оккупированного Крыма, демонстрируя то, что пока есть какая-то стабильность на территории Херсонской области, то эта стабильность и пока будет и в Крыму. Но жители Крыма не изъявляют большого желания ездить на эти мероприятия, которые проходят в Херсонской области, потому что они уже знают, в том числе и от жителей Херсонской области, которые выезжают в Крым, о нестабильности и о той ситуации, которая на линии фронта, и стараются этого избегать. Кроме того, сейчас активно стараются работать с молодежью, потому что по анализу информации, которую провели оккупанты, именно до руха движения сопротивления на территории временно оккупированного Крыма активно привлекается, сама инициативно привлекается молодежь. При этом, что самое интересное, это молодежь, которая выросла, и ее становление было уже во время временной оккупации. То есть они понимают, имеют доступ до информационного поля Украины, сравнивают и понимают, что все-таки при возвращении Украины им будет гораздо лучше. В связи с этим активно сейчас, перед тем, как было анонсировано, что будут отменены праздничные мероприятия на 1 и 9 мая, они начали активно преследовать проукраинских граждан, вообще жителей Крыма в оккупированном Крыму. Было возбуждено ряд уголовных дел, где обвиняются наши граждане в террористической и экстремистской деятельности, это и в Севастополе, и в Симферополе, и в Керчи. И также большое количество сейчас административных дел, которые связаны с дискредитацией российской армии. Так, состоянием на начало мая уже более 350 административных дел рассматривается в Крыму. Кроме того, сейчас проводится психологическая атака и давление на наших граждан во времена оккупированного Крыма в тех местах, где они считают, может быть именно проукраинская среда. Это были и обыски, и закрытие, опечатывание кафедрального собора Православной Церкви Украины в городе Симферополе, а также были задержания, обыски во время пятничного намаза в одной из мечетей на территории временно оккупированного Крыма. Денис, вот вы сказали о том, что российские оккупанты и коллаборанты для того, чтобы уменьшить каким-то образом панические настроения на территории Автономной Республики, делятся некими своими планами на будущее. Расскажите подробнее, что за планы и какой горизонт планирования у них. Ну, планирование до конца года о том, что выделяются деньги из федерального бюджета и на туризм, и ожидания туристов в этом году. И это касается и привлечения туристов из иностранных государств, ну, ближнего зарубежья, которые поддерживают Российскую Федерацию. Это также и инфраструктурные проекты, то есть и строительство железной дороги до аэропорта Симферополь. Но при этом мы понимаем, что это все пока заявление, и средств на эти мероприятия у них в большинстве нету, и все средства, которые сейчас есть в Крыму, они идут на военные цели. Так можно это и видеть, исходя из того, что фортификационные сооружения, которые обещались большие средства, на данное время сооружаются за счет местных бюджетов и без каких-то вливаний из федерального бюджета. Вот по поводу этих оборонительных сооружений и данных партизанского движения ТЭШ. Российские оккупанты продолжают окапываться на побережье, продолжают эти свои минометные гнезда обустраивать. Вот командующий Черноморского флота Российской Федерации заявил, что усилили защиту беспилотников от беспилотников. Что вам об этом известно? Ну, следует тут отметить несколько факторов, что фортификационные сооружения как бы уже носят хаотический характер, уже такой активности, как было раньше, не отмечается, но при этом вдоль побережья уже, как были отмечены факты, не только возводятся фортификационные сооружения, но и минируются уже пляжи на западной части временно оккупированного Крыма.
Кроме того, эти фортификационные сооружения вызывают некоторые панические настроения у коллаборантов в Херсонской области, поскольку они анализируют, что фортификационные сооружения возводятся в Мелитополе, а потом последующие возводятся уже непосредственно на административной границе с Крымом. Так и возле Геническое фортификационное сооружение возводится не перед Геническим, а уже на Арабатской стрелке за Геническим. Поэтому коллаборанты понимают, что российские войска при наступлении вооруженных сил оставляют Херсонскую область и не будут здесь оказывать сопротивление. Поэтому сейчас также отмечается большое движение и наплыв коллаборантов в попытке их выезда через временно оккупированный Крым на территорию Российской Федерации. А какая сейчас ситуация на Крымском мосту? Следует отметить, что оккупанты прогнозируют и уже осознают, что Крымский мост является одной из целей вооруженных сил Украины, потому что уже на этой неделе они дважды останавливали движение по Крымскому мосту, объясняя это как бы техническими потребностями. Но нам известно о том, что это было осуществлялось во время атаки беспилотников, то есть они прогнозируют, что все-таки одна из целей этих беспилотников и вообще атак, которые осуществляются на территории временно оккупированного Крыма, это является Крымский мост. Также указывают про то, что они стараются защищать Крымский мост, это увеличение количества ПВО, которое находится возле города Керчь. Кроме того, они не уверены, что им все-таки удастся удержать Крымский мост в безопасности и целым, потому что сейчас было выделено более 5 миллиардов российских рублей на развитие Керченской переправы, то есть предоставление и увеличение ее возможностей для переправки. При этом уже рассматривается, что переправка сейчас, Керченская переправа, используется для переправки только грузового транспорта, но в этих документах, которые они сейчас распространяют, средства выделяются не только переправке грузового транспорта, но и пассажиров, пассажирского транспорта и другого транспорта. То есть фактически они понимают, что Крымский мост может остановить свое функционирование. По поводу выезда россиян из Крыма, вот насколько массово выезжают и россияне, которые приехали там жить после аннексии Крыма, и коллаборанты, российские военные, их семьи? Как уже говорилось, что и раньше, и вооруженные силы, и Меджлис, представитель вооруженных сил, что после каждой волны они возрастают, и это фиксируется очередями, которые стоят на Крымском мосту. Сейчас, после последних взрывов, активно выезжают уже как бы остатки семьи российских военнослужащих, которые были на территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, сейчас активно используется по вывозу имущество на новооккупированных территорий запорожских областей на территорию временно оккупированного Крыма, в связи с чем фиксируются очереди не только на Крымском мосту, но и очереди на КПВ «Чингар». Кроме того, отмечается, что кроме имущества, которое вывозится, фактически воруется российскими военными, активно сейчас вывозится с Херсонской и Запорожской областей зерно, которое, как и раньше, Крым использовали как транзитную территорию для погрузки в морских портах Крыма и подальше его вывоз за рубеж. А как обстоят дела с курортным сезоном в Крыму? Как всем известно, душевно и по-домашнему. Едут ли россияне за душевностью, за домашним уютом? Ну, хотя россияне говорят, что количество было больше, чем в прошлом году, но предприятия сферы туризма указывают на то, что Крым не попал в пятерку из тех регионов именно на майские праздники для отдыха. Кроме того, от отдыха в Крыму и как базу для восстановления отказались использовать российские спортсмены, которые раньше использовали территорию Крыма для разных соревнований и отдыха. Сейчас они активно стараются обеспечить и загрузить базы отдыха за счет бюджетников. Ну, бюджетная сфера хоть и раньше пользовалась, как бы была большой интерес и активность среди этого населения, но они сейчас также отслеживают, если посмотреть российские телеграм-каналы, то следят за ситуацией именно в сфере безопасности, и желающих, которые заявляют желание отдохнуть в Крыму, в этом году значительно меньше. Про это также и говорят так званые оккупационные чиновники, что роста цен в этом году на территории Крыма по отдыху не будет, поскольку нет спроса именно на эти услуги во временно оккупированном Крыму. И вот в этом контексте, как рынок недвижимости поживает в Крыму? Потому что ранее была информация о том, что и российские оккупанты, и россияне, которые приехали там жить массово, пытаются продать свои квартиры, цены упали, продать особо не могут, потому что, как вы уже сказали правильно, нету спроса.
Ну, это и говорили представители и вооруженных сил, и представители руководства Меджилиса о том, что большое есть предложение, но отсутствует спрос. Пытались россияне возродить как-то спрос за счет жилищных сертификатов, которые выдавались представителям новооккупированных территорий, граждан Украины, которые выезжали из Запорожской и Херсонских областей. Но в дальнейшем, когда им выдавали жилье, эти жилищные сертификаты не были обеспечены наличными финансовыми средствами. И то есть застройщики, которые продали жилье по жилищным сертификатам, на данный момент не могут получить те денежные средства. Поэтому сейчас они еще стараются удержать рынок или продемонстрировать какие-то положительные тенденции за счет льготного кредитования для российских военнослужащих. Ну, таких желающих также среди российских военнослужащих нет. Наоборот, отмечается то, что во время ротации российских военнослужащих, которые заканчивают пребывание в так называемой СВО, они стараются как можно скорее оставить территорию Херсонской области, Крым, и выехать в свои регионы, чтобы не иметь к этому больше никакого отношения. То есть есть страх, паника и понимание безвыходности ситуации российских военных в этой ситуации. О своем присутствии в Крыму и партизаны, и люди, которые ждут возвращения Украины в Крым, не раз давали знать. Вот буквально недавно появилась фотография надписи ЗСУ в 7 километрах от Коктебеля. Сопротивление в Крыму нарастает с приближением контрнаступления? Ну, как бы это фиксируется и как бы координаторы телеграм-каналов и этих групп сопротивления, это фиксируют и вооруженные силы качеством и количеством информации именно военного характера, которая получается с территории временно оккупированного Крыма. Ну и также фактом того, что жители Крыма ждут и готовы помогать вооруженным силам, это является карта, которую опубликовали журналисты на этой неделе. В ее составлении также принимали активное участие жители Крыма, которые сейчас проживают во временно оккупированном Крыму. О ситуации во временно оккупированном Крыму в преддверии контрнаступления вооруженных сил Украины, о настроениях в Крыму говорили с Денисом Чистиковым, заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Спасибо.